Всем привет! Сегодня у меня на обзоре вот такой небольшой приемчик. Модель БЗРП-204. Это у нас Бердский завод радиоприемников. Вот такой кабель к нему идет. Рассмотрим его поближе. Телескопическая антенна. Ну, передняя часть. Сам динамик. Экран. При включении время показывает. И волны. Здесь у нас клавиши для настройки часов, подсветка, вход для флешки USB, вход для CD-карты. Индикатор светится, когда подключаем флешку. Здесь у нас органы управления для флешек, CD-карты, вперед-назад треки, эквалайзер нижняя. Ну, это повторы треков. Так, это передняя часть, левая, боковая, вход для сетевого кабеля, здесь для наушников, AUX. Здесь у нас регулятор, поиск радиоволн. Здесь у нас переключатель FM, SV, AM и на USB прием чтения. Это у нас громкость убавить, прибавить и включение и выключение питания. Сверху у нас ручка. Вот модель его еще раз. Покупался давно, уже такой потрепанный. Ну, качественный прием у него. И громкая, чистая, льется музыка. Так, вот еще у нас есть отсек для 4 батареек типа R20 или 373 элемент. Такие бочонки, 4 штуки. Откроем крышку. Вот открыли крышку. Видно. Запылилось. Батареек там никогда не было. Ну, такой компактный, маленький вес приемника. 700 грамм, по-моему. Ну, характеристики прикреплю, посмотрите, кого интересует. Хотя, что интересовать? В продаже сейчас таких нету, их уже не выпускают. Просто посмотрите, что была такая модель. Давайте подключим и послушаем. Итак, мы подключили наш приемничек. Сразу показано время. Тумблером включаем. Питание.
СВ, ну здесь искать нечего. Переключаем АМ. FM. Подсветка. Так она светится. Антенну выдвинуть надо. Прием чистый, качественный. Так, чтоб нам перейти на флешки, опускаем вниз вот этот тумблер, загорается светодиод, и можно, ну давайте с карты начнем. Так, и флешку проверим. Вот такая флешечка маленькая есть. Так вот, время здесь выставляется путем нажатия клавиши время. О, надо выключить его. И часы, минуты.
так далее. Ну, все так. Понятное дело. Вот такой приемчик. Отличный. Спасибо всем за просмотр и будьте здоровы. Пока-пока. То есть задаешься вопросом, а надо ли тебе это? Вот скажи мне, вот в твоей жизни блогерской, ты же все-таки блогер, Ольга. Я блогер с 2005, по-моему, года приблизительно. Как с тех пор, как я зарегистрировался в ЖЖ. Давай я у тебя сейчас буду интервью. Давай, я поинтереснее тебя сегодня... скажу. Да, вот Международный день блогера, я тоже так подумал. Мне... Давай, интервью с Ольгой Максимовой, друзья, известным блогером. Сколько у тебя подписчиков, Оля? У меня не так много подписчиков. Поговорим про Инстаграм сейчас. В Инстаграме 15 тысяч. Ничего себе. 15 100 человек. Ничего себе, я хочу сказать. Вот. Ну что ж, блогеров мы поздравляем, друзья, с праздником чудесным. Сегодня Международный день блогера. В этой связи Ольге хочется пожелать, чтобы еще 10 раз по 15 тысяч. Так? Ну, это маловато. А у меня, друзья, давайте подписывайтесь. Группа Black Flayta из города Тверь с песней «Когда танцует» всем блогерам в подарок. Ольга Максимова, Дмитрий Чернов. Вернемся скоро. Точно.